Итак, iPhone 5. Так, iPhone 5. Сейчас он будет аннигилирован очень жестоко. Очень жестоким образом вот на том костре. Сначала мы его разберем немножко. Так, этот наборчик. Ага, китайский. Аннигиляция будет жестокая. Да, конечно. iPhone хорошая вещь, задуман хорошо, но вот проблем с ним, конечно, много. Прием у него хороший только на Wi-Fi. Так, я сейчас выкручиваю вот эти вот болтики, которые держат его. Ага, раму, кошечка. Так, видимо, отслаиваем, все как положено. Так, и батарею тоже туда его зашвырнем, нахрен нужно. Так, оставим наборчик на память, китайский наборчик, ставим на память. Итак, имеем iPhone 5, там у него сим-карта еще внутри. Так, что там еще у него есть? Посмотрим, посмотрим. Костер хорошо сгорается, это уже позитив. Так, давайте посмотрим, что у нас вот здесь. Комарики, конечно, сволочи. Тоже зверствовали. Комарики, звери. Вот это вот я не знаю, что вот это такое. Вот этот типа камеры, фронталки, что ли, какой-то пластиковый окошечко. Ладно, бросим его туда, мусор. Так, смотрим, что здесь. Вот здесь новая батарейка, из-за которой, в общем-то, да, я и попал. Старая батарея. Старая батарея датирована 2013 годом. Она уже сдохла. Апрель 2013. Ну, не знаю, наверное, купил я ее в этом же году, этот телефон. Так, 3,8 вольт, 5,45 VHR, ампер часов, что ли? Но это оригиналка, литий-ионная. ДБ, а в этих что написано? IPN. Так, ну вот они, 1440 миллиампер часов. Да, ну это тоже Китай, такой же, только для Apple делает. Тоже такое же говно. Так, вот там у меня сим-карта моя. Я не стал ее вытаскивать. Он умрет вместе с ней. Ох, костер хорошо горит. Хорошо горит. Так, здесь все эти элементики, все здесь, короче. Я это все складываю вот сюда, вот. Вот в эту хрень. И вот уже тоже туда. Так. И сейчас мы это понесем на алтарь. Итак, прощай, айфон. Прощай, айфон. Прощай, Америка. Я перехожу на Китай. Китай forever. Приятно горит. Да, пошел черный дымок. Ни хрена себе. Это да, это пары, вероятно, скопились в батарее. Да. Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Да, ну, мне не нравилось, как он работал в интернете, закачивал интернет при плохой связи, даже при связи на 4Е он только начинал закачивать что-то. Но когда было три точечки Е, Edge, три точечки Е, он ничего не качал. Да, такой вот капризный товарищ. Этим, конечно, он бесил просто. Особенно в наших условиях. То есть он рассчитан на хорошую сеть. Там, где сеть просто, не знаю, наверное, точно на американскую сеть. Вот вторая батарея полыхнула. Угу. Да. Так, что-то там уже выгорело у него. Глазик какой-то. Он глазик выгорел.